Минпромторг России поддержал законодательную инициативу в РИО главы Чувашии о передаче торговыми сетями продуктов на благотворительность. Олег Николаев, еще будучи депутатом Государственной Думы России, предложил освободить ритейлеров от уплаты налогов с товаров, передаваемых на благотворительные цели. Сейчас эта мера особенно актуальна. Только в Чебоксарах с момента введения режима повышенной готовности начали работу более 20 волонтерских центров. В результате договоренности в РИО главы региона с руководителями предприятий антисептиками и дезинфицирующими средствами обеспечены больницы республики. Продукты нуждающимся передают компании агропромышленного комплекса. Горячие обеды для врачей поставляют предприятия общественного питания и индивидуальные предприниматели. И все это на безвозмездной основе. Средства на оснащение медицинских учреждений дополнительным оборудованием перечислили крупные холдинги, а также депутаты Государственной Думы Российской Федерации от Чувашии.